Для начала, откуда ты родом? Из Калькутты. А район? Я рос не в Индии, а в приемной семье. Я начинаю вспоминать... За тебя, Сару. Красивый наш мальчик. Жизнь, которую давно забыл. Ну, все хорошо? У меня была другая семья. Что случилось? Я потерялся. Я должен найти дорогу домой. Долго ты пробыл в поезде? 2-3 дня. 2-3 дня? Чтобы проверить все станции, тебе и жизни не хватит. Ты хоть представляешь, каково это? Каждый день мой родной брат зовет меня. Я-то думала, что смогу сохранить нашу семью. Что, если ты найдешь свой дом, а там никого нет? Пойдешь искать дальше? У меня нет выбора. Какая она была? Красивая. Каждую ночь я представляю, будто иду по этим улицам. И мне знакома каждая ступенька. Я шепчу ей: я здесь.